На пикник всем городом. Большой семейный фестиваль творчества и вкусной еды в Нягане собрал тысячи жителей города. Жарили шашлык, пели и танцевали, а в спортивных соревнованиях состязались даже самые маленькие горожане. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. 3, 2, 1, побежали! В этом забеге первой на финиш приходит Софья Акрамова. Побеждает, превозмогая страх и слезы. Громко играет музыка, скандируют болельщики. Вместе с дочкой, которой едва исполнилось 10 месяцев, пришлось ползти и маме. Долго мы упражнялись дома, да, бегали. Она за мной, я за ней. И вот, собственно говоря, результат. Мы первые. Горячо и на конкурсе «Папа жжет». Мужчины борются за звание лучшего шашлычника. В ход идет свинина, баранина, курица. Участники проявляют кулинарную фантазию, раскрывают секреты самого вкусного блюда, которое готовят на природе. Маринад из терна, то есть так называемый ткемали из терна, по фирменному рецепту моей мамы. Терн мне привезли из Урая, потому что здесь он не успел созреть. А так вообще я сегодня все готовлю только из местных продуктов. Фермерское няганское мясо, овощи, все местные, терн единственный только с Урая. Развлечения на любой вкус и возраст. Гости праздника танцуют под ретро-композиции в исполнении местных артистов. К всеобщему торжеству присоединяются молодожены. Супруги Тайлашевы приехали на пикник прямо из ЗАГСа. Очень приятно было знать, что наша свадьба совпала с таким прекрасным праздником, Днем города, и что мы попадем на городской пикник и увидим здесь много людей. Мы привыкли быть, наверное, в кругу большого количества людей. У нас семья большая. И работаем мы достаточно в таких сферах, где нас всегда окружают люди. Нам было очень приятно. На карте Центрального парка 30 праздничных локаций. Спортивные площадки, выставки картин местных художников, творческие мастерские, обширный фудкорт. Большой семейный праздник объединил, кажется, весь город. Когда мы вместе собираемся, мы же на самом деле большая семья, потому что город нас объединяет. Нас называют няганцы. Мы вместе работаем, мы должны вместе отдыхать. Ну и, конечно, тренд на семейный отдых. Все-таки, чтобы могли прийти все вместе, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Я думаю, что мы вот угадали. Городской пикник организован при поддержке гранта губернатора Югры. Мероприятие посвятили дню рождения города. Нягань празднует 39-летие. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.